У карагандинских осужденных появилась возможность открыть депозиты на покупку жилья. По словам заместителя начальника учреждения АК-159-1, это позволит заключенным после освобождения вновь не попасть под стражу. Так как многие осужденные не имеют своего жилья и после освобождения возвращаются в места лишения свободы, открытие счета будет способствовать их процессу ресоциализации и правопослушному поведению на свободе. В отряде хозяйственного обслуживания в учреждении АК-159-1 на данный момент трудоустроены 53 заключенных. В их числе и Куандык Асылбеков, он устроен рабочим по кухне. По словам парня, это хорошая возможность быть уверенным в своем будущем. На сегодняшний день у нас появилась возможность накопить свои заработные платы, депозит и в дальнейшем приобрести собственное жилье. Сотрудники АО «Жилищный строительный сберегательный банк» «Отбасыбанк» в свою очередь провели консультации с осужденными по программе приобретения жилья путем накопления индивидуальных сбережений. Посредством соглашения осужденный, перечисляющий часть своего дохода за время пребывания в колонии, имеет вероятность в дальнейшем свободно приобрести имущество. Юлия Исланова, Устим Рожок, Новости Темиртау.